Энергодефицит. Грозит ли он Бурятии? И что делается для того, чтобы эта проблема нам не грозила? Это вторая серия нашей программы. В первой мы поговорили о конкретной проблеме, с которой мы уже сейчас сталкиваемся. Сталкивается Иркутская область. Мы говорили про майнинг и какие меры предпринимаются, так скажем, в контроле над этой историей, да, чтобы она не угрожала энергобезопасности как Иркутской области, так и Бурятии. Подробно мы про это проговорили. Теперь вторая серия программы, где мы детально, доступно и достоверно проговорим о том, а какие генерирующие мощности будут строиться в Бурятии. Ведь это самое главное действие, которое может защитить нас от угрозы энергодефицита. Ну и сразу же при первом приближении, конечно же, мы будем говорить про город Улан-Удэ. Наверняка это самая болевая точка сейчас в целом для всей Бурятии. Для каждого из нас здесь проживает почти 500 000 жителей Бурятии. В городе Улан-Удэ население растет и так далее. Развивается город. И здесь, конечно же, нехватка электроэнергии, она уже... может привести к большим проблемам. Ну, давайте посмотрим про масштабы проблемы на сегодняшний день. Вот мы видим характеристику. Установлен электрическая мощность ТЭС по городам Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Численность населения свыше 100 тысяч человек. Так вот, город Улан-Удэ – единственный город от Сибири до Дальнего Востока, в котором нет резервных мощностей. У нас всего одна ТЭС генерирует электроэнергию. То есть мы сами себя не обеспечиваем. И вот мы видим красным – это мощность, синим – это население. И мы видим, как, в каком больших избытках. Вот Ангарск мы видим, да? Там можно еще 5 городов таких еще обеспечить электроэнергией. Вот столько у них электроэнергии. Или Новосибирск и так далее. И только Улан-Удэ мы видим, что красная линия очень маленькая, синяя выше. Мы видим где-то на треть нам... Только на треть мы сам город себя обеспечивает электроэнергией. И это проблема давняя, проблема, которую давно пытаются решить, и проблема, которая с каждым годом будет только обостряться во всех отношениях, и в дальнейшем развитии города, и в энергозащите города, и так далее. С нами на связи Владимир Сергеевич Кружихин, первый заместитель министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. Владимир Сергеевич, ну вот ваша позиция, ваше мнение, вот если говорить про город Улан-Удэ, в какой сейчас мы ситуации и как вы оцениваете? Если говорить про город Улан-Удэ, да, вы правы, это единственный город, который не сбалансирован с точки зрения собственного потребления и с точки зрения собственной генерации. То есть не просто отсутствие резерва, он не сбалансирован. То есть он потребляет больше на 2/3, чем вырабатывает. То есть 148 мегаватт установленная мощность Лондонской ТЭЦ-1 и более 400 мегаватт в зависимости от температуры наружного воздуха потребления города. Понимаете, да? То есть что-то, не дай бог, в случае каких-то технологических проблем на Улан-Удэ ТЭЦ-1, и точка потребления города Улан-Удэ становится избыточно дефицитной, и, ну, соответственно, со всеми... долгое время, давно, это еще советских времен, планировалось строить Улан-Удэ, Улан-Удэскую ТЭЦ-2. Но все знаем, что при распаде Советского Союза стройку заморозили. Сейчас Лондонская ТЭЦ-2 работает в режиме котельной. Ее необходимо, безусловно, достраивать. Там выделена площадка. Ясно. Мы про это проговорили сейчас, Владимир Сергеевич. В принципе, вы обозначили сейчас проблему, еще более шире ее раскрыли. Давайте посмотрим, а откуда берет электроэнергию город Улан-Удэ. Нам же сейчас хватает, несмотря на то, что своей генерации это мало. Ну вот, город Улан-Удэ обеспечивает ТЭЦ-1, ну, так скажем, на 1/3 в лучшем случае. Гусино-Озерская ГРЭС поставляет электроэнергию. И те самые перетоки мощности, о которых мы говорили в первой программе. Мы видим, что с перетоками у нас сейчас из Иркутской области есть проблемы. То есть это тоже риски для города. И мы видим, что в Гусино-Озерской ГРЭС бывают технологические сбои. И, как мы уже говорили, то есть в этом году мы тоже испытали, что где-то у нас на полдня было веерное отключение, и без электричества находился город
в большой промежуток времени. Есть риски, с каждым годом они все увеличиваются, и здесь надо что-то делать. Да? И эти действия долгие годы, вот как правило, как пришел Алексей Самбуевич Цыденов, я думаю, с первого дня эти действия начали предприниматься, при всей их сложности. Ну, надо вспомнить, у нас, наверное, полправительства России побывало, и всех их возили на ТЭЦ-2. И Новак был зампред и министр энергетики, и другие и заместители министров, и кто только не приезжал по нескольку раз. Убеждали, говорили, готовили документы, в том числе и президент России приезжал сюда, и тоже в рамках мастер-плана этот вопрос тоже поднимался. И вопрос сдвинулся с мертвой точки. Я сейчас покажу вам в хронологии, как это было. Давайте послушаем то, что писал на своих личных страницах Алексей Самбуевич Цыденов. Прям хронологически, как менялась ситуация. Давайте, 1 марта. Что произошло? Ура-земляки! Историческое событие. Проект реконструкции ТЭЦ-2 был в конкурсе Минэнерго. В Улан-Удэ будут построены новые мощности для электро- и теплогенерации. Вопрос решен. ТГК-14 будет строить новую турбину на 65 мегаватт. Вот, 1 марта реально историческое событие, к которому долгие годы шли, стремились, и наконец это случилось. Поэтому столько эмоций. Да, это был первый шаг, 65 мегаватт, это не закроет всю проблему, но самое главное, сдвинулась эта проблема с мертвой точки и начала уже переходить к конкретным действиям. И на этом не остановилась. Давайте послушаем, что произошло совсем недавно, 30 августа. Буквально вчера состоялся очередной конкурс Минэнерго по строительству новых генерирующих мощностей. Отобраны Хоронорская ГРЭС в Забайкальском крае и ТЭЦ-2 ТГК-14 в Улан-Удэ. Напомню, что в марте ТЭЦ-2 уже выиграла первый конкурс на 65 мегаватт, и сейчас второй еще на 90 мегаватт. Мы на долгие годы будем обеспечены и электроэнергией, и теплоэнергией, в том числе в объеме достаточном для ухода от печного отопления. Уже в целом 155 мегаватт, то есть это в два раза увеличивается мощность собственной генерации в Улан-Удэ. Это уже такой большой задел, большой ход вперед. Понятно, что еще надо идти вперед, но это уже такой результат ощутимый. Это были решения, выигранные конкурсы, и надо переходить к делу. И к делу перешли. Давайте опять же послушаем Алексея Цыденова. Подписан контракт с Уральским турбинным заводом на поставку паровой турбичностью 90 мегаватт для Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Вот энергоблок в эксплуатацию запланирован на октябрь 2028 года. Проектные работы будут завершены до конца текущего года. В следующем – прохождение главгосэкспертизы и начало строительных работ. Заключен контракт с Барнаульским котельным заводом на поставку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 современного котла-агрегата производительностью 500 тонн пара в час. Заключены прямые договоры на поставку и обслуживание котлоагрегатов и запасных частей. Уже в текущем году будут поставлены запчасти и оборудование тремя заводами. ТГК-14 и НПО «ЛСИП» заключили договор, согласно которому будет поставлен генератор с воздушным охлаждением на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. Прямо сейчас идут работы по модернизации ТЭЦ-2. После их окончания станция будет обладать высочайшими в Бурятии характеристиками по эффективности, надежности и экологичности. Сразу сколько действий, да, и не только по генераторам мощности, но и по другим вопросам, сразу начался сдвиг. Уже не просто заявление, а уже конкретные дела, конкретные договоры, конкретные поставки, которые мы ожидаем. С нами сейчас подробно, все, что мы услышали, уже детально расскажет нам непосредственно тот человек, который этим занимается. Это Андрей Владимирович Соболев, директор филиала генерации Бурятии ПАО ТГК-14. Андрей Владимирович, спасибо, что нашли время принять участие, рассказать о таком важном, стратегически важном для нашего города проблемы. Давайте по порядку. Итак, две турбины 65 и 90 мегаватт. Можно сейчас подробнее, в какой стадии сейчас это происходит, в какие сроки это произойдет, что надо сейчас сделать для того, чтобы это реализовать? Добрый день, Алексей. Добрый день, коллеги. Как уже верно отметили, значит, у нас, по сути, на сегодняшний день основной источник выработки электрической энергии – это Улан-Удэнская ТЭЦ-1. Суммарная установленная мощность генератора – 149,5 мегаватт. Значит, в текущем году прошли два конкурса КМНГО. Первый конкурс – это, значит, 1 марта 2024 года завершился –
приняли участие, конкурс выиграли. Значит, далее, значит, в этом же, в текущем году состоялся второй конкурс КМНГО. Значит, итоги были подведены 29 августа. Это уже блок номер два. Значит, при этом необходимо отметить, что по условиям конкурса, значит, заходили с заявкой 65 мегаватт. По факту блок номер один будет выдавать мощность 90 мегаватт. Соответственно, блок номер два по заявке заходили 90 мегаватт, мощность будет 100 мегаватт. Итого суммарно установленная мощность по Лондонской ТЭЦ-2 будет 190 мегаватт. Хорошая новость, о которой мы не знали. То есть это минимальные были значения, да, по конкурсу, а вы смогли уже реально воплощать уже большей мощности. Здорово. Хорошо. Да, то есть физическая мощность будет больше, чем была заявлена по условиям. Значит, также необходимо отметить, что на сегодняшний день работы уже начались. В настоящее время заключен договор на проектные работы с КТС Инжиниринг, это город Новосибирск. Коллеги выполняют работы. На сегодняшний день уже основной объем работ сделан. И итоговый проект документа мы получим в конце текущего года. То есть в конце текущего года у нас появляется полный комплект проектной документации. И в марте следующего года мы получаем экспертизу. То есть это вы готовите площадку, да, я так понимаю? Для это мы готовим проектную документацию в части реализации вот этих двух блоков. Заключены договоры, да, на поставку, я правильно понимаю? Да, у нас заключен договор на сегодняшний день по проектным работам. Я уже отметил, коллеги выполняют работы. Значит, далее в части контрактования основного оборудования у нас также заключены основные договора. Это и первый, и второй блок поставка двух котлов, 500 тонн пара в час. Это город Барнаул, Сибэнергомаш. На сегодняшний день договора подписаны, и поставка основного оборудования котлов будет выполнена в 2027 году. 27-й год. Значит, далее, то, что касается основного оборудования, у нас также подписаны два договора. Уральский турбинный завод. Значит, я уже отмечал ранее, то есть первая турбина будет 90 мегаватт, и вторая турбина будет 100 мегаватт. Договора подписаны в полном объеме. Значит, поставка оборудования будет также 27-й год. Ну и и также необходимо отметить, из основного оборудования это генераторы. Значит, там также у нас договора на сегодняшний день подписаны. Это город Новосибирск, компания LC. Значит, поставка генераторов будет конец 26-го, начало 27-го года. Значит, и в итоге, значит, основное оборудование законтрактовано на сегодняшний день. До конца года ожидаем проектные решения. Значит, ввод первого блока по плану – это декабрь 28 года. И ввод второго блока – это июль 29 года. Значит, суммарный объем инвестиций у нас составит 40 миллиардов рублей. Значит, и в итоге, значит, к 2029 году мы получим прирост в электрической мощности, я уже отметил, это 190 мегаватт, и в тепловой мощности, соответственно, 320 гигакалорий в час, что позволит нам не только обеспечить выработку электрической энергии, но и обеспечить, повысить качество теплоснабжения города и в части подключения новых потребителей. Понятно. То есть сразу комплексно решает вопросы и по электроэнергетике, и по теплоснабжению. Сразу здесь вопрос. Здесь же повышается еще и как бы эффективность, да, или себестоимость производства, да, за счет того, что и тепло, и электричество, да. В этом же одна из проблем была ТЭЦ-2, да. То есть она, я так понимаю, ну, я как дилетант рассуждаю, она такая убыточная была в производстве, как большая котельная. Да, но по сути в режиме комбинированной выработки работает только Лондонская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, соответственно, и весь котельный комплекс города, по сути, ну, в режиме котельных. В части развития ТЭЦ-2, установки двух блоков, у нас появляется комбинированная выработка, и, соответственно, удельные расходы условного топлива на выработку, они уменьшаются. Соответственно, эффективность
а здесь значительно повышается. Но в этом контексте, то есть получается, ТЭЦ-2 сможет уже, на ТЭЦ-2 можно будет переподключить... Такое обсуждается, такие планы, есть ТЭЦ-1 мощности. Все-таки ТЭЦ-1, ну, немолодая, мягко скажем, котельная, да, по сравнению с ТЭЦ-2. Есть ли планы переподключать мощности? Да, такие планы есть. Планы эти сейчас обсуждаются. Значит, у нас, с учетом того, что в большей части уже есть дефицит тепловой мощности, и в первую очередь по лондонской ТЭЦ-1, идея заключается в том, что при вводе новых блоков часть тепловой нагрузки, по предварительной оценке это 227 гигакалорий в час, мы будем переключать на лондонскую ТЭЦ-2. Это будет, значит, проект в части перевода тепловой нагрузки, это будет проект в части резервирования тепловой нагрузки между источниками ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Ну и, соответственно, схема выдачи тепловой мощности с ТЭЦ-2. Это позволит и качество теплоснабжения обеспечить, и взаимное резервирование между источниками в случае возникновения нештатных ситуаций. Да, таковые у нас были. И, кстати, здесь ТЭЦ-2 спасала часть города, насколько я помню, когда переключались на ТЭЦ-2, была такая возможность. Теперь, когда мощность ТЭЦ-2 увеличится, ну, это будет действительно такое резервное, да, будет. Вот мы сейчас показывали графику, да, вначале, у нас не хватает резервной мощности. Один город вообще, крупный город, от Сибири до Дальнего Востока такой. ТЭЦ-2 – это уже такой резерв, запас мощности. Да, это и запас, в том числе и по тепловой нагрузке. Угу. Ясно. Ну, еще одна из выгод, тут, если говорить про... Давайте послушаем ученых из БНЦ, которые тоже обозначили свою позицию, почему собственная генерация в Улан-Удэ будет выгодной в целом для энергосистемы Бурятии. Потери в сети 220 киловатт при передаче из Гусерской ГРЭС составят не менее 24 миллионов киловатт-час. При себестоимости 1 киловатта-часа на ТЭЦ-1 1 рубль 89 копеек стоимость потерь составит 45 миллионов рублей. Ну вот, Владимир Сергеевич, вот тут такое есть мнение ученых. Понятно, это где-то 2016 год, это из их научной работы, там я имею в виду про стоимость, там, киловатт-часа. Вы согласны с этим, что будет здесь такая польза для энергосистемы? Да, безусловно. То есть то топливо, которое сейчас тратится только на выработку тепловой энергии, часть этого топлива без значительного увеличения будет идти и на выработку электроэнергии. Соответственно, себестоимость этой электроэнергии будет снижаться. Ну и не нужны будут такие перетоки с Гусиноозерской ГРЭС, такие перетоки не нужны, а там потери, да, по мнению ученых, достаточно большие. Да, мы понимаем, то есть из законов физики, чем дальше идет переток, чем дальше мы перебрасываем электроэнергию, тем больше потери. Поэтому потери будут снижаться. И выгодно вырабатывать там, где есть точка потребления. Как раз точка потребления – это город Улан-Удэ. Угу. С учеными согласен. Покажите, пожалуйста, еще раз графику энергоразвития города с рисунками, где мы вначале говорили. Там же есть еще другая история. То есть текущее потребление 430 мегаватт. Да, это сильно два энергоблока уже обеспечат здесь энергобезопасность, но перспективное – к 2040 году 700 мегаватт, 15% это рост, так сказать, за счет новых объектов, а вот еще у нас есть понятие электроотопления, где 200 мегаватт потребуется. В связи с этим, Андрей Владимирович, такой вопрос. На этом останавливаться не будете? Дальше будет развиваться ТЭЦ-2 с учетом уже, пусть 40-й год кажется далеко, но в принципе в рамках истории это уже совсем рядом. Есть еще планы дальнейшие? Вы уже сейчас вот эти учитываете вот это энергопотребление, в том числе с переходом с печного отопления? Основная задача у нас на сегодняшний день – реализовать те планы, которые уже есть на сегодня, то есть первый блок и второй блок. И понятно, то есть на этом останавливаться мы не будем. Я так думаю, в дальнейшем подобные конкурсы будут проходить, и мы также будем принимать в них участие. Да, но при этом... Да. Здесь вот финансирование, оно как распределено в данном случае? Да, по затратам? По предварительной оценке у нас на сегодняшний день затраты составляют порядка 40 миллиардов.
весь объем инвестиций, который будет вложен в два блока, это собственные заемные средства. А, то есть вы непосредственно предприятие это делает? Ну, да, в целом структура, я имею в виду, да. Да, здесь собственные средства компании без привлечения бюджетных источников. Угу. Ясно. Это тоже так, с точки зрения хорошо, что без бюджетных источников, с точки зрения затрат, то есть вы идете на эти риски и идете на эти затраты. Это хорошо. Поговорили мы про Улан-Удэнскую ТЭЦ-2, проговорили про энергобезопасность. Мы сейчас говорили уже про конкретные дела, конкретные сроки, конкретные финансы. Мы ждем реализации этих проектов, как уже сказали, 28-29 год, 190 мегаватт, плюс дополнительные тепловые мощности. Это будет резерв для города Улан-Удэ и закроет значительную часть проблем. Но на этом останавливаться не надо, надо дальше идти вперед, потому что и перспектива потребления выше гораздо, и так далее, и так далее, и так далее. Самое главное, что мы сейчас сказали, вот этот фактаж, который реально говорит о реальных делах. Так, перейдем в целом, теперь от города Улан-Удэ в целом в Бурятии. Ведь и в Бурятии пока еще нет энергодефицита, но мы на грани, мы уже это говорили, мы абсолютно на грани. То есть через какое-то время, может быть год, два, три, у нас уже эта проблема начнет возникать. И здесь тоже надо принимать решение, принимать сейчас, для того, чтобы избежать проблем в будущем. И такое решение уже принято. Давайте послушаем Алексея Цединова. На Восточном экономическом форуме Бурятия подписала 12 соглашений на 250 миллиардов рублей. Из них самое крупное по строительству Мокского гидроузла, который как раз обеспечит стабильное энергоснабжение в рамках поручения президента ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии на Дальнем Востоке. Итак, принято решение, долгожданное решение, про историю этого вопроса мы еще поговорим, принципиальное решение строительства все-таки Мокского гидроузла. Ну, давайте поймем, это будет строиться на территории Бурятии, ну, давайте поймем, что это вообще за сооружение будет, с какими характеристиками, ну, по крайней мере, вот один из проектов мы сейчас рассмотрим, давайте послушаем. Мокская гидроэлектростанция. Проектируемый комплекс ГЭС на реке в Бурятии. Комплекс проектируется состоящим из двух ступеней. Собственно, Мокская ГЭС и ниже расположены Ивановская ГЭС. Планируемая мощность Мокской ГЭС 1200 мегаватт. Среднегодовая выработка почти 5 миллиардов киловатт-час. Планируемая мощность Ивановской ГЭС 210 мегаватт. Среднегодовая выработка 1 миллиард киловатт-час. Комплекс ГЭС рассматривается как источник энергоснабжения предприятий, планирующих разработку перспективных месторождений в Восточной Сибири. Также ГЭС рассматривается как основа электрификации БАМа и как один из источников покрытия дефицита бурятской энергосистемы. Ну вот мы видим, да, какие объемы будут. Эти объемы сопоставимы с ГРЭС. Но здесь себестоимость производства электроэнергии совершенно другая. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Давайте посмотрим, где же она будет расположена, где это в планах. Покажите, пожалуйста, карту. Мы видим, вот это север Бурятии, это практически с границы Забайкальского края. Это, я так понимаю, может, меня поправят, это Муйский район. Мы видим, там БАМ проходит, это рядом с БАМом будет. Но это на реке Витим. Вот прям совсем-совсем далеко и совсем в тайге, но при этом там есть такие мощности. И давайте сейчас поговорим в целом, какой эффект даст вот эта Мокская ГЭС, которая состоит из двух ГЭС, Мокский гидроузел. Но я для начала хочу сказать про историю вопроса. Я тут почитал, вник еще в 30-е годы прошлого столетия. Нашли вот этот створ геологи, и уже стоял вопрос о строительстве. Вернулись к этому при строительстве БАМа. В 70-80-е годы уже были проекты сделаны, планировали строить в 90-х годах уже Мокскую ГЭС, но по понятным причинам распад Советского Союза, нет таких денег, средств и мощностей, отложили этот вопрос, реанимировали вопрос, это уже в 2007 году,
и стали уже тоже какие-то проекты делать, какие-то стали договоренности возникать. Даже были сроки уже в 2025 году, уже, чтобы этот объект был построен. Но тоже по каким-то причинам это не произошло. Ну, непосредственно, если говорить про современную историю, участником этих событий была непосредственно Татьяна Гавриловна Думнова, тогда министр экономики Республики Бурятия, сейчас председатель Общественной палаты Республики Бурятия. Татьяна Гавриловна, расскажите вообще про все вот эти перипетии. Ну и в целом, про, конечно же, мы проговорим про эффект в данном случае вот этого объекта. Ну, во-первых, хочу сказать, что это действительно историческое событие, что вновь вернулись к этому проекту. И, наверное, начну с глобального. Поскольку президент Российской Федерации говорит о технологическом суверенитете Российской Федерации. И на самом деле важно развивать промышленность, поднимать те сырьевые запасы минерального комплекса, которые есть, и богатства, которые есть на нашей территории, и в Якутии, и в Забайкальском крае, и Иркутской области. Конечно, нужна соответствующая инфраструктура. И поэтому этот проект действительно, ну, практически, я подсчитала, с 70-го года, прошло 50 лет. Почему? Были, конечно, объективные причины. Объективные причины связаны с тем, что распался Советский Союз, были разные кризисы. Почему? Потому что еще этот проект достаточно дорогой. Но поскольку сегодня решен вопрос и уже идет строительство второй ветки БАМа, который действительно соединяет восточные рубежи с западными Российской Федерации. Плюс ее хотят электрифицировать, БАМ. Конечно, ее хотят электрифицировать, но просто ветка железнодорожная, она по себе никакой не дает экономический эффект, кроме того, что из точки А в пункт Б, вернее, перевозит какие-то грузы. Поэтому в 2007 году вот как раз Министерство экономики выступило за открытие корпорации «Забайкалье», где вместе с компанией «Росгидро» решался вопрос о том, что с одной стороны ставится вопрос, и, кстати, Мокская ГЭС была включена в стратегию развития энергетики Российской Федерации в 2007 году, ну и, конечно, ее должны начать были строительство в 2030 году, но, похоже, мы к этому все-таки приближаем, и приблизил ее Алексей Самбуевич. Вот. Но вопрос стоял в следующем. Конечно, само строительство достаточно дорогое. И, в принципе, важно, чтобы вот территория, которая была рядом с БАМом, она была обеспечена ее содержанием, с одной стороны, как вот железнодорожные станции, а с другой стороны, мы знаем о том, что и на севере Бурятии, и Иркутской области, Забайкальского края находятся кладовые, то есть сейчас есть те инвестиционные проекты, которые часть уже реализуются, я сейчас их назову. Ну, во-первых, если мы здесь как бы выделили, вот на карте вы, очевидно, заметили, это северо-байкальский комплекс и восточный, то есть который расположен на территории Республики Бурятия. Так вот, что касается северного комплекса, так буду называть, да, то здесь что предусматривалось? Если идет строительство Мокской ГЭС, то необходимо, естественно, подготовить чашу для строительства ГЭС. Это вырубка леса, естественно, это строительство деревообрабатывающего завода, это бетона, это строительное производство, да, в частности, нужен будет бетон. Планировалось открытие города на 24 тысячи человек, с одной стороны, при строительстве, а с другой стороны, в дальнейшем обслуживание этой территории. Далее, если говорить о наших соседях, то здесь очень большое чинейское месторождение. То есть это крупное месторождение и, наверное, самое крупное в мире по ресурсам ванадия. Здесь, кстати, кроме того, шла речь не только о разработке месторождения, да, но и передела, и, конечно, соответствующей продукции. Это касается и на территории Забайкальского края Удаканского месторождения, тоже крупнейшего, скажем, территории по добыче меди. А мы знаем, что сегодня высокотехнологичная экономика не может без меди, потому что она используется везде, и в космосе, и в транспортной отрасли, телекоммуникации, медицине, энергетике. Ну, то есть это действительно очень большая востребованность. Это, конечно, касается и на территории Республики Бурятия, Оредкитанское месторождение молибдена. Ну, сейчас пока невостребованность и сложности есть, поэтому не открыто.
Челбонское месторождение особо чистого кварца. Что касается вот восточного узла, то у нас уже сейчас за это время построено месторождение Хиагинское урановое месторождение. Это касается озерных месторождений полиметаллов, которое приобрело совершенно сейчас иное звучание, новую жизнь. И также это Назаровское золото-цинковое месторождение. Очень много еще, конечно, мелких месторождений. И поэтому, когда стоял вопрос о строительстве МОКСКОЙ ГЭС, естественно, необходимо ставить вопрос вообще еще и о транспортной инфраструктуре. И то, что запланирована дорога, да, которая идет автомобильная. Вот. Это дорога, которая идет сейчас до Нового Аяна, да, то есть вот Улан-Удэ, Курумкан, Новый Аян. Это касается еще, знаете, конечно, проект, может быть, сказать, фантастический, но он важен, может быть, лет через 50. Нужно будет в любом случае объединять транспорт, но я имею в виду Транссибирскую магистраль, которая идет вот в южной части, да, и БАМ в северной части. Это связано с тем, что необходимо, естественно, повысить и безопасность части, скажем, работы нашей железной дороги. И важно то, что на сегодняшний день, почему я начала с того, что это наш технологический суверенитет, и я очень надеюсь, вернее, верю в это, что почему? Потому что МОКСКОЙ ГЭС действительно сегодня становится центром решения всех этих вопросов. И самое главное, не просто добыча, а именно переработка всех тех вот минерально-сырьевых комплексов, которые есть на этой территории. Но вы перечислили прям очень много. То есть мы смотрим вот ГЭС, электроэнергия, сколько сопутствующих, да, идет историй. И развивается прям весь север, наверное, будет развиваться. И логистически, и транспортно, и производство, и города строятся. Это, конечно же, ну, надо всем понимать, какое это событие. Дай бог, мы приступим к этому. Но если говорить с точки зрения энергетики, Владимир Сергеевич, какой эффект даст, какие объемы ожидаются и какой эффект даст? То есть решится вообще окончательно и надолго проблема как бы энергосистемы Бурятии? То есть задел будет большой? Да, при реализации этого проекта мы нашу энергосистему не узнаем. Я считаю, что еще вот ко всему тому, что еще сказано, это энергетический мост между Западом и Востоком страны. То есть при строительстве этой станции, этого гидроузла, будет усиление нашей страны, и с учетом разворота экономики на Восток, с учетом разворота грузопотока на Восток и взаимоотношения с Китаем, с Монголией и так далее. Потому что вот Монголия, вот у них сейчас 320 мегаватт есть лимит, им этого мало. Они просят еще. То есть в том числе и международные взаимоотношения улучшатся, и будем выступать уже как надежный партнер и с Китаем, и с Монголией. То есть это огромное будет, огромный шаг вперед, уже там не говоря о тех себестоимостях киловатта, который несопоставим с тепловой генерации, которые там, ну, в 7-8 раз дешевле, чем тепловой киловатт. Ну да, здесь нет угля, здесь нет логистики, доставки, да, и многих, у меня коротко все, чтобы сильно время не отвлекать. Ясно, понятно. Эффектов будет кумулятивные эффекты во всех отношениях, да. В том числе, как мы выяснили, по себестоимости электроэнергии, и дай бог это коснется и тарифа, о котором мы говорим, пусть он не самый высокий у нас и среди низких, но, может, приблизимся к иркутянам, кто его знает. Посмотрим. Дай бог, что этот проект реализуется. Ну, начало заложено, это прозвучало все на Восточно-Атлантическом форуме, это все прозвучало в рамках поручения президента. Давайте послушаем в целом. Этот вклад МОКСКОЙ ГЭС, он будет вклад в общую энергосистему Дальнего Востока. А здесь есть проблемы. Дальнего Востока дефицит электроэнергии. Он активно сейчас развивается.
как говорится, экономика на восток. Предприятий очень много открывается, и перерабатывающих, и месторождений уже не хватает для развития Дальнего Востока электроэнергии. Давайте послушаем Владимира Путина. Мы усилим связи между энергосистемами Урала, Сибири, Востока страны. При этом снабжению Дальнего Востока будет уделено особое внимание. Потребление электроэнергии в этом регионе растет опережающими темпами выше общероссийских. Вот, это было, вот все повторюсь, дано в рамках поручений. И прозвучало еще одно поручение из уст Владимира Путина о строительстве атомных электростанций на Дальнем Востоке. Вплоть до этого. Помимо ГЭС, которые будут также строить на Дальнем Востоке, там перечислялось, помимо МОКСского гидроузла, о котором уже идет речь, повторюсь, это в рамках поручений уже конкретных, будет и развиваться атомная энергетика. Сейчас атомные электростанции есть только на Чукотке, если говорить про Дальний Восток, они небольшой мощности, но обеспечивают именно вот этот регион. Все, больше нет. Здесь, и, конечно же, этим вопросом тоже задались, и есть уже конкретные, по крайней мере, приступили к этим обсуждением, есть уже проекты, которые обсуждаются. Давайте послушаем главу Росатома. Новый вариант проекта подразумевает массированный, мощный приход атомной энергетики на Дальний Восток. Это обсуждалось на совещании под председательством президента России. Минэнерго представило проект как минимум двух, возможно, трех атомных электростанций, двухблочных на территории Дальнего Востока. Пока речь о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Минэнерго хотела бы первый блок одной из станций запустить уже к 2032 году. Мы предлагаем рассмотреть в качестве базовой мощности ВВР-1000. Это очень хорошие современные реакторы, имеющие большой потенциал использования на следующем уровне развития атомной энергетики в четвертом поколении. Мы рассчитываем до 80 и, возможно, 100 лет работу наших реакторов. Ну, здесь уже звучат и сроки. Уже 32-й год, это тоже недалеко. Ну и стоимость проекта одной там энергоблока, насколько я понимаю, там порядка 7 миллиардов долларов. То есть мы за рубежом это строим. Это тоже обсуждалось на ВЭФе. Активно строим по всему миру. Но надо уже и на Дальнем Востоке тоже развивать атомную энергетику. Тем более она самая безопасная, самая экологичная в данном случае, если говорить даже весь мир как бы сейчас идет по этому пути. И самые современные технологии, то, что мы сейчас понимаем. Итак, мы обсудили в целом, взяли Улан-Удэ, где есть конкретные уже действия, сроки. Мы знаем, 28-29 год проблема кардинально изменится. Мы обсудили стратегические решения, принято решение строительства МОКСской ГЭС. И вот сейчас, ну, уже перспективы Дальнего Востока АЭС, это уже даже 32-й год, это уже совсем рядом. Татьяна Гавриловна, если говорить в целом про Дальний Восток, про экономику Дальнего Востока, какие у нее перспективы? Почему вот эти энергомощности нужны как можно скорее и как можно больше? Ну, во-первых, вектор развития, вернее, вектор отношений России, он изменился в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. И, конечно, нам важно усилить, во-первых, и транспортное общение, и самое главное, конечно, обеспечить соответствующей энергетической инфраструктурой. Нужно сказать, что у нас очень действительно большие перспективы. Пройдет время, уйдут все санкции, и действительно Россия будет мощной. Ну а мы, как Республика Бурятия, действительно оказались на стыке двух территорий, я имею в виду дальнего, часть дальневосточного региона и западной нашей части Российской Федерации. Поэтому перспектива действительно есть. То, что сейчас очень многие говорят, что все у нас очень сложно, тяжело, на самом деле, вот даже по этим передачам можно сказать, движение есть, но движение очень сложное, потому что те взлеты и падения в части касаемого и санкций, и кризисов, они, конечно, сказываются, и хотелось бы как можно быстрее решать, но вот, к сожалению, проходят вот такие десятки лет для того, чтобы выйти на такие крупные проекты. Да, с вами абсолютно соглашусь, поддержу вас. Самое главное, есть движение. Мы не сидим на месте, мы не откатываемся назад, мы движемся вперед. Это самое главное. Ну, а движение это вперед, это перспективы. Перспективы для каждого из нас. Начиная от рабочих мест, заканчивая комфортом, качеством жизни, зарплатами и так далее. Спасибо большое за внимание.
Дай бог всем здоровья.